у нас водитель, который управлял БТРом. Это смешно, ребята. Прям серьезно. Полагать, что водитель находится с признаками опьянения. Редко встретишь такое на БТРе, чтобы пьяные катались. Мужики, вас обудово, ну меня не снимай, меня подвезли, пожалуйста. Ну подвезли, я понимаю. Потому что вы находились в транспортном средстве, на которое нет документов. Кому оно принадлежит, мы не знаем. Подвез на дорогу. А вот вам, Жора, прикиньте, какой ему респект.